От души полаяться с властями и облаять нашу жизнь – одна из немногочисленных тихих радостей, которые еще остались и у нас, и у братьев наших меньших. Собачьему питомнику Сента, что разместилось на территории агростанции Академии наук, исполняется в этом году 6 лет. За эти годы, вероятно, многие четверолапые клиенты, подобно булгаковскому шарику, подумали: «Как свезло нам, как свезло». Свезло, но не очень, ибо в Академии наук кому-то срочно понадобился этот клочок земли под собачьим отелем. Логику такого поступка долго пытались постичь и собаки, и их любимцы-благодетели. Но до конца так и не постигли. Филиал Академии наук подал на нас в арбитраж. И арбитражный суд постановил нам съехать с этой территории, с территории агробиологической станции, до 1 ноября следующего года. У вас переезд будет сопряжен с трудностями? С великими трудностями. Практически нас почти никто не финансирует. В основном все упирается в стройматериалы. Чтобы построить все это дело, это все надо заново, короче, закупать. К числу великих трудностей принадлежит отсутствие денег, стройматериалов, холодные вольеры, а иногда отключаемый телефон, а без него собаки как без рук. «Сколько можно?» – возопили добрые попечители отеля. «Столько, сколько нужно», – решил арбитраж и потребовал от них возместить судебные издержки в размере 750 тысяч. Утешает только то, что люди здесь добрые. Может быть, и хочется все бросить к псам, да нельзя, столько души вложено, столько стройматериалов, они там на этом деле собаку съели. Вот так, в ожидании переездов на другую голую землю, живут здесь все своей обычной собачьей жизнью.